Сучки крокодила. Сахара не чудес. Становись, дорогая. Снимай крепко лапочка и не хрустит. Хорошо? Все, ты держишь? Он тяжелый? Много нафоткаете, снимайте на видео. Ничего себе! Привет, Алиска! Привет, вы на канале Мишель. Сегодня мы пришли на крокодиловую ферму. Ничего себе! Ты пойдешь крокодила смотреть? Да. Крутяк, а мы всей семьей пришли. Вон там папа с Сонькой. Во-первых, мне сделали прививку. Пошлите. Пойдем, солнышко, вот сюда проходите. Алиса, сучки крокодила. Алиса, храни чудес. Становись, дорогая. Снимай крепко лапочка и не упусти, солнышко. Хорошо? Ты держишь? Он тяжелый? Много нафоткаете, снимайте на видео. Ничего себе! Вот это да! Алиска, посмотри, какой гигантский! Да, вижу! Ничего себе! Здравствуйте! Алиса, он тебя проглотит и даже не заметит. Ты в курсе? Да. Это, наверное, папа крокодил, а вон мама спит. Сонька! Крокодилы! Крокодилы, бегемоты, это обезьяны, кошелоты. Это дедушка Вова. Пойдем посмотрим, что там дальше есть. Да. Нам еще должны корм для крокодилов дать где-то. Сказали внутри. Да, вообще? Ну, пойдем туда. Вон, смотри, ждет, когда ему что-то дадут поесть. Интересно, они высоко прыгают? Они так близко. Это какие красивые крокодилы. Много их. Что такое? Это... Смотри, какие ящерки. Да. Это агамы. Агамы? Агамы. Алиса, агамы. Вот. Санька, ты видела змей? Да. А вон маленькие какие-то крокодильчики. Нет, это тоже какие-то ящерки. Ну, на крокодилов очень похоже. У него вообще голова змеи, а туловище крокодила. Посмотрите, какая. Где? Вот. Ага. Ну, какая. И вот еще какая. Цвет красивый, коричневый. Да, на сапожке. А это длиннющая вон какая. Пополам сложилась. А на весь вот этот террариум. И вон она, смотри. Она двигается. Да, она ползет. Классная. А вот эта вот тоже ползет, смотри. Так, эти спят. Ну, видимо. Спят. Новое название Василиска. Как? Василиска? Василиска. Да, а это удав. Смотри, вот он душит. На шею залазит, а потом так... И все. Смотрите. А это питон. Да, питон. Королевский питон. Только он какой-то маленький. Вообще питоны королевские, они прям такие, ух, здоровые. А вот еще, смотрите, живой. Живой? Он, посмотрите, говорит, живой. Красивый какой. Ой, тоже на сапожке. Смотрите. Он язык показывает. Белый с черной полоской. Он, смотри, смотри, смотрите, делает. Он язык показывает. А вот еще, смотрите. Эти сложились вон тоже. Прикольные какие. Вот это мне еще нравится. Красивая раскраска. Спит, правда. Смотри. Не двигается. Ого. Да. Большая голова. А, вон голова. Она не ползает, да? Она так и зависла вообще. Императорский удав. Императорский удав, да. А вот, смотри, мне нравится вот это. Это какая-то желтопузик. Да, желтопузик. Смотри, смотри, они ходят, они ходят. Они же дерутся. Ух ты, Алиска видела? Да, видела. Он его прогнал, сказал, ну-ка, брысь отсюда, сейчас кормить будет, тут моя территория. Надо корма купить и уже по второму кругу. А ходить. Нам сказали, что сейчас где-то здесь нам выдадут корм. Да. Давай ждать, пока посмотрим. Смотри, смотри, он по ним прям полез. Все.
залез греться. Вот это вот большой питон, видишь, это, тоже это тигровый. На сапожки мне. На сапожки тебе, да? Нет. То маме это тебе. Смотри. Сама большого выбрала. Смотри, какой у меня костюмчик. Да, ты тигр. Ты сегодня тигр. Да, я тигрулька. Классно. Пошли дальше. Алиска, смотри, какой цветок красивый. Здоровый череп. Такой, огромный. Прям туда вниз а растет. Вот череп. Череп? Да. Ну, это череп того, кого уже съели крокодильчики. Водичку пьет, смотри. О, ничего себе! Вот это питончик. Камера перед этой вот каким-то розовым. Вообще он нежно-нежно желтенький. Классный, здоровый такой. А это ящерица. Да. Смотри, смотри, зевает. Доброе утро, ящерица. Как дела? Наверное, не очень. Почему? А вот, обалдеть. А это сетчатый питон. Здоровый тоже. Алиса, почему ты прошла мимо вот этого? Ты посмотри, вот это жердяй. О, ничего себе, какой здоровый. Вот это вообще гигантище. Он у нас так злобейско смотрит. Вот это вообще прямо папа питон. Папа всех питонов. Огромный какой. А это вообще длиннющая. Смотри, какая. Да. Она сложилась? А вот... А, нет, их несколько. Ты думала, что она вообще в 10 раз сложилась? Цветочки красивые. По дереву ползет. Да, пошлите дальше. Пойдем наверх. Да, да. Вон у нас там папа Соня уже кого-то смотрит. О, это, наверное, детки. Кого вы там? Кто, детки? Детки. Детки, подростки. О, детки-подростки. А вон я, вон она. Вот, видишь? Где ты? Вот я лежу. Сверху или снизу? Сверху. Видишь, какой маленький? Ага. А вон а папа. А это такой? Вон папа. Да какой же это папа? Ты же говоришь, это детки-подростки. Ну да, о, детки. Смотри, их как много. Ничего себе, они тут быстренько так это плодятся-то. А Сонька вон. Сонька вон? А, вон та самая маленькая? Да. Вон их сколько. Да, все так... друг на дружке. А вот там. Когда мы последний раз ходили на крокодиловую ферму, они все просто лежали на друг на дружке. А ничего мы уже были понятно. Разве с тобой на крокодиловой ферме? Ну, мы были когда, ну, это в зоопарке. Том, а, это в зоопарке были да. крокодильчики, да. А вот еще тоже папа, мама их, наверное. Нет, это, мне кажется, тоже, это вообще кубинский крокодил. Может быть, они просто, ну, сами по себе такие маленькие, это не детки? Просто те, как бы... Мань, урони камеру, а то крокодилы ее слопают. Крокодилы слопают камеру? Смотри, какой! Это хамелеон! Хамелеончик? Хамелеончик! Это как из этой, из Рапунцель мультика. Хороший. А вот где? Где? Вот. О, точно, слушай, так их правда незаметно, смотри. Да. Спрятался там в листве. Ку-ку! Ку-ку. Вообще, что листик, что этот хамелеон. Ау! Там дальше интересно, папа говорит. Пойдем. А вот черепахи. Черепахи. Ничего себе, гигантище. Давай спустимся. Почему? Почти как крокодилы. А вот какая ящерка, смотри. Это тоже хамелеон. Только да. другого цвета. Да. Алиска, смотри, какие. Смотри, какие хорошие. Ой, хороший. Ой, хороший. Хороший черепашка. Давайте вот этого поговорим. Ой, смотри, он пошел к тебе. Привет, скажи. Привет, хороший. У него такие... Ну, вот панцирь такой прям гладенький, да? Да. Хорошая черепашка. Черепашка пошла ко мне. Привет, черепашка, как жизнь твоя? Отогреется, смотри, лапы все выпучила. Да, хорошая черепашка. Смотри, она улыбается. Улыбается. Улыбается черепашка. Улыбается черепашка. Ты гладишь ее, ей приятно. Да. Ну, пойдем. Да, пошли дальше, а то видео будет черепашки. А вот там маленькие черепашата.
Алиска, я думаю, что здесь можно попросить еду. Зеленый игуана. Зеленая игуана, большущая. Привет, игуана. Игуана. Что-то ты необщительная. Ты куда побежала? Змея, смотрите, какая жирная. Да, ну это не такая большая, как вот тут питон, да, вообще огромный. О, Алис, нам еду принесли, бери. Так, можно кормить всех, кроме самых больших. Ага, хорошо, спасибо. Желательно сильно, чтобы плюх услышали. Поняла? Бросаем сильно, чтобы слышать плюх. Ты будешь такое кушать? Нет. Приятного аппетита. О, мальчики. Это точно жирный, снимаешь? Алис, ну вот такой вот съест и тебя, и меня, и папу, и не подавится. Меня не съест. Ага. Съест. Спорим? Фигу. Съест. Новый питон. Лезь, давай, будем проверять. Раз, его выстегну. Ой, какие милашки. Привет. Привет, милашка. Здравствуй, здравствуй. Ты кусаешься? Не исключено. Фунтанчик. Вот это громадина. Посмотри. Мам, смотри, какая моя ухонька. Это, походу, детеныш. Совсем маленький, такой хорошенький. Старая бабушка. Старая бабушка. Алёша. Здравствуйте. Здравствуйте. Причем это зеленая игуана, ребят. Ты зеленый, да? Здравствуй, здравствуй. Хороший, хороший мальчик, хороший, да. Очень хороший. Что такое? Сонька! Ой, кто это? Ребята, кто это? Ты кто? Насуха. Насуха. Здравствуйте. Насуха. Реально насуха. Ну да, ты видишь, как он носом этом. Привет, привет. Эксперимент. Мы берем, что это? Какую-то... мяску. Всех можно кормить крокодилов? Кроме больших. Сказали всех, кроме больших. И нужно кидать сильно, чтобы услышать плюх. Ребята, кому кидаем? В толпу кидай. Прям в толпу? Да. Там плюх не... Ну, давай попробуем. И поехали. Ого, ого! Видала! Опа. Что, все съели? Съели. А кто вон съел? Вон он, который морду прячет. А, да, я не при делах. Ничего себе, Алиска, видела? Я тоже хочу. Теперь твоя очередь. Так. Можно я поставлю куда-нибудь? Можно, ставь на пол. Подожди, подожди, нет, не кидай, не кидай. Подойди поближе. Не бойся, ты же видишь, они не прыгают. Опа! Опа! Плюх! Реально, он ховается, короче, первый, кто схватил. О, вот, вот, ест, ест, маленький, маленький стырил, пока тебя ищет. Маленький, короче, черепашка уже съел. Черепашка там вообще в шоке, наверное. А где черепашка? Вон черепахи, ты что, не видишь, что ли? Реально черепахи. И вот еще, видишь, короче, под крокодилами он там придавило. Придавило по мелочи. Поэтому черепахи такие плоские. Вон, смотри, рот открыл, ждет. Ждет, смотри, смотрит прям на меня. Вон, Алиска, нет, подойди, смотри, не бойся. Вон, кидай, вот кидай тому, который, короче, вон рот открыл. Алиса кинула просто. Кто съел? Кто съел? Кусающаяся черепаха. Сидит, смотрит, точно кого цапнут. У нее даже клюв какой-то. Ну что, пошли? У нас есть еще головы куриц. Пойдем. Так, куда? А я знаю, кто курица. Ты курица? Да. Почему? Ой, Алиске кроссовки ходят, светятся. Так, пойдем. Да, пошли туда. По мостику. По мостику ищем крокодилов. Голодный крокодил. О, отлично. Так, мы, может быть, к ним пониже спустимся? Ой, смотри, тут их кормят. Вон. Мальчик кормит крокодилов. Они уже не такие голодные. Смотри, смотри. Хопа, хопа, хопа. Пошли к маленьким. Пойдем деток покормим. А детки? Пойдем, детки точно голодные. Детки? Да, вон они, малыши. Детки, я вас покормлю. Давай.
Бери голову. Вот эту? Покажи. Нет, вот эту. Давай. Какая чудесная голова. Кидай. Ой! Ой! Где кто? Вон ест, довольный. Смотри какой. Ну, самому большому досталось. Так нечестно. Какому маленькому? Давай попробует мама кинуть. Я тоже хочу. Так, смотри, какая чудесная башка. О, Алиска. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну что, давай маленькому, да? Да. Мой маленький. Так, где маленький? О, давай вот сюда, вот тут. А, блин, они... вот он, смотри, что делает. Смотри, он ждет. Он маленьких отпихивает. О, я знаю, он там маленький, смотри. Ну-ну-ну, ты чего? Вон же сзади тебя плавает голова. Смотри, никто не находит. Башка плавает и все. Сейчас, о, смотри, смотри, спускается, сейчас найдет. Одинокая голова курит. Смотри, 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 бежит, бежит. Бежит. А голова так и плавает, да? Или кто-то все-таки стырил? Вон тот стырил. Не, вон башка, смотри. Кто стырил? А что, у них вообще нету никакого этого, что ли? Обоняние? Что они сидят и тормозят? Ну, хоть кто-нибудь съест? Короче, они плюх слышат и должны, видимо, очень быстро ее схватить, а потом они не чуют. Алиска, пошли, тут есть еще голодные крокодилы. Смотри. Голодные. Смотри, вон сидят. Их еще не кормили. Я покормлю. Давай. Бери самую красивую голову. Вот эту. Вот эту, кидай. Опа! Где? Опять? Да что же? О, все, нашел, нашел. А вы опоздали, дружки. Давай еще им кинем, ладно. То не поздно сообразили, что тут еда летает. С неба и... Алиса! Ты что, крокодила попала? Мочканула крокодила? Вот крокодил. Смотри, смотри, вон она. Кусок курицы. Смотри, смотри, сейчас этот найдет. Хвостом помешал. Опа, опа, смотри, проснулся такой. Так, где еда? Нету еды, где еда? А, вот она еда. О, это я нормально поспал. Как я вовремя проснулся. Такой, хопа, пошли, вон, я съел уже. Так, давай еще одну дадим. Смотри, какие тут глазки. Да, 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 давай. Какую прелесть едят крокодилы. Да, Алиса. Они не поймут, а что такое, что прилетело. Все, нашел, съел. Ага, все, вы опоздали. Все, растут, растут. Все, подросли, пошли дальше. Так, дошли до следующих крокодилов. Давай, взяла? Кидай. Опа, опа, опа. Короче, поймал самый... А, нет, не поймал. А, это твоя морда тут барахтается. Так что, они съели, нет? Непонятно. Затихли. Оставили на потом. Давай кинем вот тому, смотри. Вон, он точно поймает. Да? Ой, прям по башке ему заехал. Ну, хоть съел. Хоть не зря по башке получил. Последняя голова осталась. Папа, давай, твоя очередь. Все, хам-хам-хам. Они что-то не дерутся, да? Они не сильно голодные. Кто будет облизывать миску? А вон, короче, кусок валяется. Да, они его не нашли. Слышь, у него отрыжка была. Оп-оп-оп. Нашел. Он самый шареный. Хочет переехать в тот террариум, где самые большие. Так, ну что, покормили всех? Миску никто облизывать, не? А ее, наверное, нужно отнести на базу. Ну все, пошлите. Пока, крокодилы. Алис, прощайся. Пока. Пока.